У жителей микрорайона Батечки в городе Белостоке радость. От городских властей получено долгожданное разрешение на строительство большого храма в честь апостола евангелиста Иоанна Богослова. А пока члены Иоанна Богословского прихода собираются на службы во временной церкви. Окружать приходской комплекс будут бульвары Яна Теолога. Так в польской традиции зовут святого апостола Иоанна Богослова. Правда, для этого решение властей Белостока не понадобилось. В рамках конкурса проектов гражданского бюджета проект бульваров Яна Теолога занял первое место из 51 проекта, прошедшего в финал. За инициативу, предложенную Иоанна Богословским православным приходом, проголосовали 6 тысяч жителей Белостока. На 1500 больше, чем за проект, занявший второе место. На обустройство бульваров на месте дикого леса и заброшенного кустарника в Батечках из городского бюджета будет потрачено более 300 тысяч евро. Примечательно, что автором проекта выступила матушка одного из клириков прихода, святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. На проект предназначено 1 400 000 злотых. На реализацию проекта предназначено 1 400 000 польских злотых. Город решает, в какой степени и когда именно проект будет готов к реализации. Есть надежда, что в начале следующего года пройдут торги, аукцион на услуги подряда. На проект и выполнение этого проекта. Победа бульваров Яна Богослова, конечно, дело очень важное для нас. Прежде всего показывает, что в городе, который насчитывает 300 тысяч жителей, и было проектов более 50, в основном голосовали на этот проект православные жители нашего города. Была поддержка и католиков. Первое место – это для нас очень нравственный такой престиж. Но с Божьей помощью, я думаю, что город будет реализировать уже эти все дела в 2014 году. Будет и такая спортивная зона, рекреационная зона, и, конечно, будет амфитеатр на 300 человек, что нас очень радует, потому что в этом приходе проходит как раз и фестиваль видов дан. И даст Бог, мы будем могли делать концерты уже недалеко от нашего храма и прихода.